Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Соль и Святилище. Да, уж, конечно, видео оборвалось, но все же как-то изи. Я убил боссика с первого раза, того, кого, на котором прервалось видео. Поэтому древо навыков... Ой-ой-ой, прежде чем древо навыков, нужно повысить уровень. Ой, мне кажется, там душ немного, да, не хватает? Так, тихо... Колокольчики тоже уберу. А, поехали. Такс, такс. Бац, бац. А, нет, за эти мешки вообще мало дают. Ох, отлично. Так, древо навыков. Повысить уровень. Да, повысить. Так, сделать подношение. А, у меня ничего нету. Древо навыков. Так, и что будем вкачивать? Давайте вкачивать, наверное, все в силу. Больше урона, больше всего. О, а не, мы же с вами в этот шли, в хилыч. Я вспомнил. Ну, как раз, смотрите. Раз. Два. Ага. Два. Три. Четыре. И. Да, я думаю, дальше туда все равно не будем прокачиваться, да? И в хилыч. Отлично. Прокачка без потерь. Так, теперь выходим. Так, заменяю обратно на колокола и заменяю на то, что у меня здесь было, это рога. Рога нам сейчас нужны будут, потому что мы с вами будем теперь путешествовать. Как помните, я говорил, что у нас осталось там какой-то промежуток боссов. Три, ну короче, от... Блин, коснулся. От двух до трех боссов. Так вот, сегодня мы пытаемся хотя бы убить... двоих из этих трех перед тем, как встретиться с финальным боссом. Так, и здесь, кажется, да-да-да, я тогда не забрал. Фигурка наемника. Так, и там у нас рыцарь. Хорошо. Тогда поехали. Рог юзаем. И отправляемся. Красный зал клеток. Так, использую хилыч. Готово. Так, фляги есть, фляги есть. Отправляемся. Так, кажется, первое место здесь я, да, не нашел. И мы еще будем ходить, короче, открывать эти сраные красные двери. Вот за дверями, я чувствую, будем долго. То, что их там большое количество. Ну, хотя это там, скорее всего, сокращение пути было. Но все же. Так, первый туман. Ага. Прикольно. Ну, факелов у меня достаточно, поэтому как-то, знаете, все равно. Блин. Вот то, что я могу там сорваться и сдохнуть, это да. Ну, как я и говорил, в принципе, ничего удивительного. Единственное, сейчас будет минус, это туда залезть. Потому что я туда даже не... Ну как, я долетаю, даже перелетаю. Не могу контролировать полет. Да, да, да. Походу летучая мышь будет там где-то. О, я ее слышу. И она даже ближе оказалась. Mm.
Каев. Прикольно, прикольно. Если что, ребят, на этот раз оно не сорвется. У меня 400 с чем-то свободного места сейчас на диске, поэтому... По идее, мы уже должны будем пройти за всю игру, ну, всю до конца игру, и у нас еще останется место на что-то новенькое. А если что, вчера у нас вышла новая игруля, в которую я буду играть. Про... Happy Smile. Про счастливые там улыбки. Блин, а как мне серьезно? Ладно. Делаем тогда вот как. Чтоб уже наверняка. Я разденусь. Так, поехали. Во-первых, я такой... Или я быстрее не становлюсь. Кувырки у меня становятся только... Ох, да... Не, кувырки у меня такие. Не очень, на самом деле. Ладно, и попробуем. Ой, забыл. Факелок. Отлично. Теперь можно одеться. А, да, я там ножевую еще одежду нашел. Так, стопы. Что мне нужно сделать? Бестиарий. Бестиарий. Хотя ладно, потом посмотрим. Ух. И главное, что я не разбился. Что удивительно. Так, каменная фигурка, отлично. Так, кажись, да, это она. Парящий замок. Так, понятно, что в дверь нам нужно идти. Давайте в эту сторону пойдем. Так, там ничего я не вижу. Ага, у нас и туда, да, идет проход. Вторую локацию, которую мы потом посетим после этой, помните, когда я капитана убивал в той пещере сраной? Там было... О, это святилище, оказывается. Так. И нахер мне эти слабые хилки, короче. Не хочу с этими хилками ходить. Да. Так. Делать подношение. Да, проводника сюда втыкну и наемника. Так, что здесь у нас? Ох. Нет, там внизу ничего не вижу. А вот наверху... Вот наверх можно сюда запрыгнуть, я вижу. Оно не цепляется. Ладно. Так, опасное ущелье, опасная дырка. Я одного босса, скорее всего, не убью, потому что, помните, мы тогда спускались вниз, там был чувак... Старый знакомый. Сундук или мимик. О, два удара. Хрустальный шар. Прикольно. Еще один мимик. Нифига себе. Талисман соли. Так, повышает силу атаки, но расходует соль при каждом ударе. А ну-ка. Мне аж интересно стало. Ой-ой-ой-ой, я не то сделал. Мне нужно было вот это заюзать. Блин. На самом деле, да, соли много забирает.
Поэтому пускай у меня лучше будет повышенный урон от моей. Знаете, хотя, ну, не знаю, не сказал бы, что он так и наносил дамаг. О, жесткий. Жесткий у меня дамаг. Чувствую, буду ваншотить врагов. Так, там кто-то был с полетом по звукам. Так, демоненок. Летает он там. Ага, туда попасть можно поверху. А здесь я вижу спуск вниз, да, все-таки есть? Туда. Я же сюда как-то забрался, по сути. Так, обелиск, поехали. Не, это логично, что и сюда нужно идти. Если я, конечно, не туда сейчас попаду. А давайте, знаете что, попробуем. А мы с вами попробуем наоборот сделать. Пойти не в ту сторону, куда... А, подожди, а если там защита, тогда я туда не поднимусь. Да-да. Ладно, сейчас посмотрим. Если я смогу это провернуть, я тогда смогу сюда подняться наверх. Туда. Тогда я туда смогу забраться наверх. Попробуем. Ага. Он тут у выхода, зараза, все-таки. Ладненько. Значит, все так задумано было. Только все равно не понимаю, как мне туда нужно было. Ага, тут тоже вниз, да? А, блин. И как мне нужно было подняться туда? Ну, я вижу, я за стены нормально цепляюсь. Все равно это не то, что мне нужно. Ух. Да. Неужели я снова застрял так же, как и в пещере? Знаешь, не везет мне с такими локациями. Не везет, так не везет. И вот, и что? Ну все тогда. Так, мимик. Изи мимик. Реликв мой. Класс. Ну и хотя бы знаю, что мне делать. На самом деле. Если бы он еще делал, это сразу же. Если бы он еще это сразу делал. Так, хорошо, допустим. А. О. Вы, ну как вы видите, да, как у меня классно получается все это дело делать. И как мне этот предмет достать, который там находится? Нам приходится думать. Но здесь лам без проблем. Здесь проблема. Я не знаю, как зацепиться. Скажите мне, как зацепиться? Я пришел в нужное место.
но он мне не хочет цепляться. Мне что, гайд пойти, посмотри, как цепляться за лестницы? Укорю. Ладно. Что? Вон оно что оказывается. Теперь все понятненько. Так, ну это сразу видно, что там босс впереди. Лестницу, пожалуйста. Мудрее ломал. Моль. Нет, она нихера не простая. Ух. Угу. Угу. Она меня могла убить. Она даже меня могла убить. Все, моль убита. Душ, конечно, за нее почти вообще не дали. Ну, такое дело, ладно. И куда мне идти? Ладно, мру-мру. Так давайте выпью напоследок. О, тут спуск есть. Так, ладно. Проверяем. Да-да-да-да-да-да-да. Коробка соли. Ништяк. Это у нас уже нихера. Это 13 к 12. Ух, это жестко. Это 9 к 1, это... Ух, это жесткая коробка. Окей, что мы делаем? Юзаем рок. И отправляемся дальше. Так, зал красных клеток. Нам нужно в пещеры. Так, прячь замок Мал, форт. Мертвый озеро Сиам. Теть. Секурат пыли. Поехали. Если это храм, тогда... Тогда все нормально. Да, это храм. А на храме мы сделаем вот как. Только нужно найти, туда будет проход. Если, конечно, это то, о чем я подумал. О, что-то выпало. Ухо. Так, обелиск мне не нужен. Или нужен? Представим, что он мне не нужен. О, а, я раньше его не мог использовать? Отличненько. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Так, первое. Каменный талисман. Получен. Тут что у нас? Каменный проводник. Так, талисман. Атаки с больших вероятностей заставляют врагов пошатнуться. Отлично. Отправляемся дальше. Так, склеп мертвых богов. Порт. Зал. Купол забытый, смотрящая чаща. Так, я не понял. Купол забытых — это там, где лес.
Озеро Ся мне нужно. Озеро Сиам, допустим. Интересно, это оно? Нужно приготовиться к битве. На всякий случай. И да, и нет. Ага. Это алхиматум. Не понял. Мне нужно отправиться туда, где этот... Где он был? А, смотрящий купол забытых, значит, все-таки. Да? Нет. Черт, а где это тогда место есть? Я не понимаю. Озеро Сиам. Зиккурат пыли. Форт за тросиной. Озеро Сиам. Это ты? Я сюда уже телепортировался. Я сюда уже, оказывается, телепортировался. Ладно, давайте снова сходим к этому тогда. Так, хил. Снова к тебе сходим. Если он меня не впустит, это плохо. Ладно, плевать. Он меня не впустил, походу. Давайте тогда дальше думать. Куда? Блин, где этот чертов меч брал? Где этого черта? Ой, боже, не помню. Убейте, не помню. Ладно, сделаем тогда вот как. Забираем души. Души должны быть где-то здесь. Они что, вниз упали? Вот эта тропинка, это скорее всего на сушу. На суше мы тоже были. Ладно, давайте снова вниз. Там, где будет курица летающая, значит, оттуда полечу на своих двух. Так, пьем, прыгаем. Вот здесь, да, нужно было? О, нет. Чуть не промазал. Вот отсюда нужно теперь. Здорово. Нету. Ты надоел, дай впусти меня. Ладно. Хорошо, будем тогда по-другому делать. Красный зал клеток. Мы отправимся в пещеру. Я заметил, что тут большинство нету тех мест, которых мне нужны. Значит, мне нужно к путешественнику отправляться. К путешественнику. О-о-о. А ну? Я не понял. Слышь? Я факел зажег, как бы.
Ты что, херел? Что за фигня? Я факел зажег. Понятно. Переместиться. Вот. У этого больше есть места, где могу телепортироваться. Так, поехали. Пещера Хагера. Да, это шмонать. Так, это с боссом зал. Серьезно? Не, вы это сейчас серьезно, да? Великолепно. Просто найс. Так, замок на самом верху. Угу. Снова же, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, то он должен быть наверху. Ваншоты. Проверяем. Давай, замок, замок. А нет, это срез. Круто. Ладно, не беда. Тогда где это может быть место? Где тогда может быть это место? Ну, как вариант, я на самом... сейчас на самой верхней точке, так? Это так. Значит, мне нужно просто спуститься в нижней точке. Нижняя точка там, где мы сражались с тем... Попоса. Зараза. Ладно. Давайте вы меня еще убьете, да? Вообще будет кайф. Да, я не ваншочу. Не... О, да, все, я правильно иду. Кажись, я иду правильно. Только говорю, кажись. Да, это оно. Или нет? А, это корабль. Сейчас у меня тоже корабль даст течь. Мне вверх нужно? Смотрим. Да, наверх, все. Наконец-то я к тебе пришел, приятель. Как они, бесят это телепортироваться? Да, это он. Это от этого ключ. Так, серебряный лист. Бесишь. И готово. По сути, это новая локация начинается. Да? Смрадная трясина. Да. Давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.